Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев принял ряд кадровых решений. Заместителем председателя Новополоцкого горисполкома по строительству и ЖКХ назначен Александр Мулярёнов, который ранее возглавлял местное управление капитального строительства. В Витебской области службой занятости за лето трудоустроено 4,5 тысячи учащихся и студентов. В основном молодежь занималась озеленением и благоустройством территории учебных заведений, ремонтом учебной мебели, реставрацией книжного фонда библиотек. 85 работников «Гомельтранснефть-Дружба» участвовали в конкурсе профмастерства. По итогам теоретического и практического этапов в 12 номинациях определены победители. В их числе есть и новоплачане. Сергей Чумаков признан лучшим кабельщиком, спайщиком линейных сооружений. Андрей Ковтун стал лучшим товарным оператором. Осенний призыв в этом году пройдет на месяц раньше. Комплектовать соединения и воинские части белорусской армии будут с 25 октября по 5 ноября. Военная присяга состоится 20 ноября. А вот отправку молодых людей на срочную службу в МВД, погранкомитет и КГБ пройдет привычные сроки – с 15 по 30 ноября.